Здравствуйте, в эфире итоговый новостной выпуск. Что произошло за неделю в городе, расскажут мои коллеги. Смотрите далее. Форум древних городов в четвертый раз собрал в Рязани представителей культуры, искусства из разных регионов и стран. В библиотеках обсуждают важные вопросы сохранения исторической и национальной идентификации, а в концертных залах звучат старинные инструменты и мелодии. Вести с полей в наших материалах. Гастроли Брянского театра. Не пропустите репортаж со спектакля. Отопительный сезон стартовал феерично, с подтоплениями и рушением потолков. Мы побывали по нескольким пострадавшим адресам. Имена улиц, площадей, привычные современному человеку, но не естественные для старого города, главная тема обсуждения в рамках круглого стола, проведенного топонимической комиссией на форуме древних городов. Вопрос о том, как вернуть историческим местам их исконные имена, стоит давно, но пока с мертвой точки сдвигается крайне медленно. Улица Ленина. Многие знают, что когда-то она называлась Астраханской. Улица Свободы звалась Владимирской. А вот площадь в самом центре носила имя Хлебной. Согласитесь, это очень красивое и аутентичное название. Ведь адресов с именем Владимира Ильича много в каждом городе. Мы должны быть отличны. Не типовой набор, да, названий, который, к сожалению, пришел к нам в 20 веке, причем на французский лад в родительном падеже. То есть живу на Крупской, прошел по Горького, убили на Есенина, там кур дают на Маяковке, Маяковского, кого, да, Маяковская даже говорят, Крупская. То есть видите, такое внедрение чужеродных форм в наш русский язык, многовековой сложившийся в названиях улиц и частей города, он принес, ну, такие вот большие потери. То есть почти все улицы старого города были переименованы. Мы за то, чтобы возвращать, тем более, что старый город невелик, всего 1/100 всей Большой Рязани. Из 230 улиц всего 12 сохранили свои исторические названия. Задача топонимической комиссии – восстановить названия улиц, которые уничтожены. И другая задача – отказаться от именных названий улиц совсем. Получили в наследство карту города, вот она здесь вот представлена, карта города. Вот. И мы, конечно, льем слезы по поводу того, что нам досталось. Дело в том, что за 70 лет от советской власти в городе переименовали 95% всех наших улиц. Мы стараемся давать название улицам, связанное непосредственно с городом Рязанью, то есть с какими-то географическими, культурными объектами, историческими объектами. Значит, когда вот необходимо нам назвать какую-то новую улицу, вот Игорь Николаевич, мы с ним вместе, еще несколько человек, мы выезжаем на место, мы, прежде чем дать название новой улице, мы изучаем местные особенности, местные топонимы, мы стараемся встретиться со старожилами близлежащих улиц, близлежащих населенных пунктов, которые нам рассказали, что вот в данной местности было раньше. Так, к примеру, появилась в городе улица Княжье Поле. Когда-то здесь паслись табуны некого князя. Так за местностью и закрепилось имя, которое дожило до сих дней. И теперь превратилось в очень красивое название улицы. У нас город Рязань, так же, как и другие города нашей страны, превратилось в мемориальное кладбище. Вот некоторые даже не осознают. Идем мы по городу, видим там Ленин умерший, там Дзержинский умерший, там и прочее, прочее. Свердлов у нас был, Маркс, Энгельс. То есть получается, это не улицы, это где можно так порадоваться за название, красивое, хорошее название, да, а просто какое-то кладбище. Согласитесь, некоторые исторические названия не только звучат гораздо красивее, но и сподвигают покопаться в том, как исторически появилось именно это имя у данного места. Город – это история, да? Вот. А самое главное – это вообще имя, наверное. То есть, если бы мы сейчас по-другому называли наш город, не знаю, как вот еще до сих пор есть там какие-нибудь Кировы там и все такое, мне бы это было очень неприятно, скажем так. Вот. А дальше идут улицы, имена этих улиц. И мы совсем недавно проголосовали за поправки Конституции, где есть такой пункт, как за историческую правду. Так вот, мне кажется, мы ее что-то никак не собираемся восстанавливать, эту историческую правду. Насколько получится у историков и краеведов восстановить такую справедливость, пока неизвестно. Но работа в этом направлении ведется уже не один десяток лет. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
Воспитанники подшефного управления Росгвардии Рязанской области класса школы номер 38 впервые побывали в Центральном музее Росгвардии. Ребятам рассказали об истории создания в России внутренней стражи, об участии войск правопорядка в сражениях Великой Отечественной войны и в обороне Брестской крепости, Москвы и Сталинграда. И вывесили его между двух деревьев. Вот так вот оно висело, финны обозлились, пытались его сбить, но ничего не получалось. Речь идет о табличке с посланием от русских солдат. На ней воины написали всего несколько слов: «Победа будет за нами». Лозунг этот потом с дерева уберут, но сделают это советские воины. Это только один из многих экспонатов в Центральном музее Росгвардии. Его посетители – кадеты из Рязанской 38-й школы подшефного класса Росгвардии. Первый раз сюда приехали для того, чтобы ребята поближе познакомились с историей войск, поближе ознакомились с теми задачами, которые войска выполняют на сегодняшний день, какую роль они сыграли в истории нашего государства, потому что до сегодняшнего дня все это рассказывалось, скажем так, только на словах, а сегодня у ребят появилась возможность воочию видеть исторические предметы, узнать о исторических личностях, которые внесли большой вклад в развитие войск. Знамена воинских частей, форма того времени, медали, ордена за освобождение городов. Ребята и девчонки слушают гида, затаив дыхание, а иногда и сами помогают экскурсоводам. Ну, то есть, для кейса патроны. И они были патроны, чтобы они были в патроны больше, а гильзы меньше, чем они снимали. Больше всего школьников привлекло оружие. От ножей до современных экспонатов. Через них ребята как будто проживают историю Великой Отечественной войны. Как бойцы берегли свою винтовку, как эта самая винтовка менялась и какой путь прошел с ней обычный солдат от Москвы до Берлина, а после перешли к оружию современному. Специальный автомат «Витязь» называется. Экскурсия закончилась просмотром фильма об испытаниях на право ношения крапового берета. Юношам и девушкам подшефного класса даже дали примерить защитную экипировку росгвардейцев. Теперь ребята надеются, если и не на посещение этого музея вновь, то на экскурсию по новому, еще неизвестному месту и новым знаниям, которые они получат. Валерий Седов, телекомпания «Город». В районе Дашков военных на протяжении нескольких лет продолжается залитие нескольких квартир на последних этажах жилого дома. Ситуация усугубляется не только отсутствием должной кровли на крыше строения, но и беспорядком, который происходит на техническом этаже. Останки голубей, отходы их жизнедеятельности и насекомые. Все это смешивается с дождевой или талой водой и проникает в квартиры. Дом номер 37, поселок Мехзавода. Технический этаж над 10-м этажом второго подъезда сплошь завален трупами голубей, насекомыми и залит водой. Посчитать количество мертвых голубей и отходов их жизнедеятельности не представляется возможным. Страшно представить, какие нечистоты просачиваются в квартиру Елены через бетонные перекрытия. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, вон яйца лежат, вот. Елена Абрамова 5 лет борется с управляющей домом организацией. Ей неоднократно приходилось делать в своей квартире ремонт. Крыша в доме протекала, вода попадала на технический этаж, смешивалась с нечистотами и проникала в квартиру Елены через потолки. Этой весной все повторилось вновь. Дело дошло до суда. В начале апреля, когда начало теплеть, в середине начал подтаивать снег, и утром просыпаюсь, что что-то капает. Капать начало вот здесь в коридоре, по шву. Естественно, сколько было кастрюли, все они стояли. Все они были с этой черной жидкостью, с этими экскрементами. Рубероид лопнул на крыше. Он нашел дырочку и все ливануло в этот жбан. Жбан переполнился. И, естественно, воде было куда деваться некуда, и она пошла через край. Как тушки голубей, так и вода сюда в основном попадают через вентиляционную шахту. Под ней стоит специальная емкость для испарения воды, которая как раз находится над квартирой Елены. По идее, вода должна испаряться из этой емкости, но этого не происходит. И даже вот обои, хотя специально мы поклеили, сейчас хотя бы, чтобы они впитались, мы потом сюда эти отдерем, другие приклеим. Вот, видите, оно все проступает и проявляется. Проступает вот тоже здесь. Вон, чернота вот эта. Считайте, весь коридор, здесь стоял шкаф. Мы его весь сломали, выбросили, потому что по нему текло. Там куча ведер вот здесь стояла, и все просто вниз. Кроме того, влага появляется на техническом этаже через швы бетонных плит крыши, которые здесь расходятся. Не дождавшись помощи от управляющей организации, Елена решила вопрос самостоятельно и весной постелила клеенку для того, чтобы вода не проникала к ней в квартиру. Несколько месяцев парникового эффекта запустили здесь гнилостные процессы. Ключи от чердака у Елены не было несколько месяцев, а управляющая компания сюда так и не заглядывала. Когда мы ее залили, да, мы залили ее, извинились и возместили ей ущерб. Она сказала, что все, что можно, я за лето уберу. Я говорю, мы готовы помочь пакетами и дальше снесем. Ну, если человек
считаете это нормальным, да? Нет, я не считаю это нормальным. Она проявила сама инициативу. Нет, почему? Это не нормально, но хочется человек, почему бы и нет? Елена отрицает позицию управляющей организации. Она надеялась, что в оплату за содержание жилья входит уборка на техническом этаже и ремонт крыши. Рубероид над ее квартирой действительно заменили. Вопрос в том, как. Вот ихняя новая работа. Вот за это разве можно? Вот сейчас пойдет сильный дождь, вот сюда, как в ванну, затекет вода, и опять все на голову. Ну разве вот эта работа, это нормальная работа домоуправления? В данный момент, кроме протекающего потолка, Елену волнует вопрос судебных издержек и морального вреда. В мае этого года она обратилась к независимым экспертам для оценки стоимости ремонта своей квартиры. Насчитали 87 тысяч, на что в управляющей организации был дан ответ. Извините, слишком дорогая работа. Где вы такую взяли? Объяснила, что наши офисы вот эти по независимой экспертизе берут среднюю по Рязани. Они не могут ни завысить, ни занизить, иначе их работу просто прикроют. Изначально оплатить полную сумму в управляющей компании отказались. Потерпевшие перечислили только 66 тысяч рублей. Но в процессе судебных разбирательств управляющая организация выплатила всю сумму. Мы будем следить за развитием событий. В управляющей организации пообещали в ближайшее время убраться на техническом этаже. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Весной этого года в жилом доме на улице Зубковой произошло обрушение крыши. На технический этаж упала бетонная плита. Сейчас идет завершающий этап ремонтных работ, однако жильцам он не нравится. Они предполагают, что подрядчиками допущена масса нарушений, а завершительные работы наступили в то время, когда были пропущены другие этапы ремонта. Весной этого года мы снимали репортаж о доме номер 25, корпус 3 на улице Зубковой, где обвалилась бетонная плита крыши. Тогда жильцы много говорили о причинах разрушения. Одна из них – это планомерный перекос стен дома в сторону улицы, в результате чего бетонные плиты здесь, дескать, регулярно гуляют, провисают и падают. Люди хотят капитальный ремонт кровли, однако пока что восстанавливают технический этаж. Почему нам крышу до 28 года не хотят крыть, перекрывать? Почему? Когда течет. Почему? А у вас что в квартире? Да у меня там стена протекла. Они мне сделали. Восьмой этаж залило, он ушел на работу, его нет. Тем временем кровля по-прежнему течет. По словам жильцов, не залатав в ней дыры, обустраивать технический этаж – идея бесполезная. Но кровлю управляющая компания латать отказывается, ссылаясь на ее аварийное состояние. Она говорит, мы не можем рисковать людьми. Я говорю, а нами, жильцами, рисковать можно, получается. То есть мы в таком состоянии живем. Сейчас происходит такое, что вот плита сделана, и происходят протечки, видимо, как-то там, я не знаю, вот сюда, в этой стороне, в этой стене. И протекло вот в соседней квартире 62, потому что стена отклонилась под градусом, и это оторвало рубероид. Как говорят жильцы, после обрушения управляющая компания передала ремонт кровли и технического этажа в руки подрядчикам, при этом поставив жителям условие собрать 5% от стоимости работ для выделения субсидий в размере 6 миллионов рублей. Для этого необходимо было собрать подписи жильцов и деньги. Люди оказались против. Но что интересно, подписи начали появляться даже от тех жильцов, которые отсутствовали в городе. Даже не набрав 2/3 голосов от общего числа собственников, 10251 у нас квадратный метр, не набрав, они все это протащили, значит, в жилинспекцию сдали, знакомилась я с протоколом. В протоколе уже обнаружила и подделки, и видела и подделки подписей. Значит, я обращалась и в прокуратуру, в администрацию, в ГЖИ. Все мне говорят, если вы откажетесь, вам не выделят субсидию. Значит, дом ваш будет разрушаться. По решению этого ответа с ГЖИ, так, стало понятно, что они сначала соберут деньги, а затем будут ходатайствовать о возвращении этих денег населению. Это просто развод. Ремонт все-таки стартовал, но у жильцов много вопросов, касающихся договоров, заключенных с подрядчиком. Там не стоят даже даты подписания документов. Договора, которые нам представили, так сказать, договора, Филькины грамоты, чтобы они были правильно оформлены, даты, сроки исполнения, подписи обоюдные подрядчика и управляющей компании. И они нам, значит,
все это провели в отсутствии постановления администрации о выделении субсидий. То есть они нам как бы опирались на вот это постановление от 2020 года. В 2021 году это постановление, оно вышло где-то к 20 числам после середины сентября, но деньги управляющая компания не получила, потому что проводит прокуратура проверку на коррупционную составляющую всех документов. Граждане уверены, вместо профильного листа, который поддерживается деревянными палками, должна находиться другая конструкция. А плиты, у вас есть там этот план, они должны держать вот эти вот плиты перекрытия в пределах 600-700 килоньютонов на метр квадратный. Жестянка выдержит это? Она даже снег не выдержит. Жители также считают, что и ремонт технического этажа происходит с нарушением плана. Сейчас идет завершающая стадия – штукатурка стен. При этом бетоном заделывают даже электропровода. По локальной смете идет порядок, как должны производиться работы. Начинается с установления металлических конструкций, балок, рам пролетных. То есть позиций много. Вот они начали с 22-й позиции, которая уже близка к завершению. То есть это завершающий этап, так сказать. Больше ничего там не сделано. Там прокладывается сетка по стенам, причем не заполняя герметиком щели и трещины. Я поговорила с подрядчиком. Я говорю, сколько вы будете еще работать? Ну, неделю, наверное. То есть, получается, говорю, как же? Вы вот это замажете и все. А денег нету. Денег мне не выделили. Главный инженер управляющей организации Надежда Антипова пояснила, что денег на ремонт действительно нет. Подрядчик уже вложил в работы свои 2 миллиона рублей. Они сейчас выполняют то, что можно сделать мелкую работу, которая не стоит больших затрат, чтобы потом на этом не тратить время. А когда они начнут перечислять денежные средства, они тогда начнут закупать материал, потому что денег у них на материал больше нет. А когда это произойдет? Закупать металл пока нет. Однако оказать свою помощь в ремонте кровли управляющая компания РМПМК номер 3 все же пообещала. Впрочем, жители дома готовы обращаться в другие инстанции, вплоть до судебных. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанский театр драмы в рамках проекта «Большие гастроли», который организован Росконцертом, прибыл Брянский театр Алексея Константиновича Толстого на суд рязанскому зрителю. Он представит 5 спектаклей в разных жанрах и один мюзикл для детей. На сцене Рязанского театра драмы старые знакомые. Брянский областной театр драмы и его «Большие гастроли». В репертуаре 5 спектаклей и один мюзикл для детей. Маугли. Нам очень приятно, что сегодня мы открываем на сцене старейшего театра России гастроли Брянского областного театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого, которому в этом году, в ноябре, исполнится 95 лет. Поэтому мы еще молодые по сравнению с вашим театром, но тем не менее нам очень приятно, что вот в афише, гастрольной афише, мы постарались разнообразить и вот таким образом, чтобы удовлетворить максимальное количество и жителей Рязани, и гостей Рязани. Поминальную молитву Григория Горина показали одной из первых. Это история о людях и их обычаях, и испытаниях, которые выпадают им на жизненном пути. У повести еврейского классика Шалом Алейхима «Тевье молочник», написанной в начале 20 века, судьба оказалась счастливой. Произведение давно разошлось на анекдоты, а затем трансформировалось в один из лучших мюзиклов мира – «Скрипач на крыше», а позже в пьесу российского драматурга Григория Горина. Хава, кончается, туго бревелась. Книжка грустная, мам. Какая книжка, когда в руках нож? Думаешь, грамотные не режутся, отложи. Отложи, тебе говорят. Мам, ну оставь, на самом интересном месте. На самом интересном месте вернется отец. А у нас ничего не готово. Как считают организаторы праздника, брянские большие гастроли расширяют творческие границы между театрами и городами, а также привлекают новых зрителей. Рязанские поклонники мельпомены в мир театра погрузились с большим удовольствием и встретили гостей с овациями. Театр мы посещаем часто. Сейчас у нас до начала театрального сезона по всей Рязани открылся театральный сезон в музыкальном театре. Вот, а сегодня, сейчас уже в драмтеатре, мы вот ходили на бенефис «Любовь Коршун».
Лобы. Вот, и сегодня вот посещаем гастроли Брянского театра. Драматически нечасто. А какие? Филармонию. Филармонию все симфонические оркестры. А на Брянском театре первый раз? Да, первый раз. Раз в месяц. Стабильно? Стабильно. Ну, иногда бывают перерывы, но, в общем-то, раз в месяц стараемся. А еще большие гастроли – это своеобразный бартер. Актеры нашего театра драмы уже в Брянске. Со своей творческой программой, включающей в себя несколько популярных рязанских спектаклей для всей семьи. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На сцене зала камерной музыки Рязанской областной филармонии выступил Московский хор Рожечников. Концерт стал открывающим в рамках фестиваля старинных музыкальных инструментов, одного из мероприятий Международного форума древних городов. Артисты хора поют и играют на самых разных русских инструментах – гуслях, балалайках, гармонии, колесной лире, старинных ударных, даже на сельскохозяйственной косе. Но главный инструмент коллектива – пастуший рожок. Это исконно русский инструмент, который не имеет аналогов в мире. Игра на нем была распространена в середине 19 века во Владимирской, Ярославской и Костромской областях. Об этом рассказал участник и руководитель коллектива Олег Щукин. Звучание рожка, который еще называют пастушьей трубой, певучее и походит на человеческий голос. По высоте звука различаются три разновидности – бас, полубасок и визгунок. Играть на рожке очень сложно, и чтобы научиться уверенно извлекать первые звуки, могут понадобиться годы. Так что профессиональных рожечников буквально можно пересчитать по пальцам. Да и купить рожок в обычном магазине вряд ли получится. Обычный инструмент заказывают у мастеров. В репертуаре хора Рожечников более 200 произведений, от народных песен до композиций из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Музыканты не играют по нотам, ведь у русских пастухов их не было, поэтому в музыке всегда много импровизации. В создании сценического облика хор также следует старинным традициям, поэтому костюмы только народные, соответствующие головные уборы, пастушьи кафтаны, армяки, из обуви сапоги или лапти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости уходящей недели. С вами была Марина Романюк. До свидания.